Представители ряда неправительственных организаций тоже приняли решение вакцинироваться. Центр медиации БТМ пришел в прививочный пункт после 14-дневного карантина. Среди его слушателей был выявлен инфицированный вирусом. В приюте же Умай большинство уже получили вакцину, чтобы обезопасить своих детишек от заражения опасной инфекцией. В целом бояться нечего. Зашли в доврачебный кабинет, проверили пульс, давление, температуру и как бы дали допуск. И после допуска получили. В целом сейчас состояние нормальное, но говорят, что 3 дня нужно предостерегаться, одеваться тепло. Могут быть какие-то боли в суставах. Но сейчас пока ничего не чувствуется, все нормально. Бояться этого, думаю, нет смысла. Мы этим повышаем свой иммунитет и тем самым повышаем себе жизнестойкость. Из-за этого всех казларлинцев призываю вакцинироваться. Не думайте, жизнь наша дороже намного, чем какие-то страхи и разговоры людей. Я являюсь работником приюта Умай. Работаю с детьми. Во главе угла их безопасность, поэтому решила привиться. Получила оба компонента. Вся моя семья тоже вакцинировалась. Все хорошо, не было никаких побочных реакций. Призываю земляков получить вакцину. Мы нужны нашим близким.